животных нельзя. Я пошла. Ладно, хотела пошутить. Причем здесь я вообще? Хотела пошутить, вовремя одумалась. А я нет. Да. Ну, в Кали, да? Ты видео снимаешь? Да, да, да. Блин, читай громче, что всем слышно было. Ответка? А что, хорошо получилось? Ну что, мы ждем гида. К сожалению, скучаем при этом. И, да, алкоголь из кидридзерини мы допиваем. Мы должны сделать все, что запрещено до того, как пойти. До того, как пойти. Напиться до того. Я записываю. И я думаю, что все пройдет хорошо. Но Лена уже пожалела, что с нами поехала. Ну, кто-то постарался? Я так и знал. Лена еще не успела пожалеть, она в 12 ночи узнала о том, что едет. Мне, значит, Олег на заправке рассказывает, что ему какие-то бабы, значит, пишут среди ночи. И, ну, я не так говорил. Я вообще не так сказал. Великолепно. Я тоже так думаю. Особенно, что одна из баб, это я была. Мне в 0:40 он сказал, что спать пошел. Кстати, мне тоже. Такой, ну, я сказал, но потом меня разбудил тревожный звонок. Пипика, тревожное пипиканье телефона. Все перестали писать. Это было частное переписка. Нет, просто кто-то был занят домашкой. Кто-то делал уроки. Они там что? Заснули. Что-то наденет это, утеплительное все. В шубе такая выходит. В тулупе, в унтах. Как этот мужик. Ребята, вы не подготовились явно. В этом году там гораздо прохладнее. Мы же пройдем. Нет, мы туда зайдем, а вот обратно. Хрен выйдет. Šeit pārziemo 8 sugas sikspārni, tāpēc arī pa ziemi mēs alas slēdzam, lai netlacētu viņiem pārziemot, un nu jau daži ir sākuši lidot iekšā. Un šajā vietā esam jau 8 metri zem zemes. Tā, visiem atdība. Tā, mēs iet un es zauļu vīf, katru mēs prieks klīdus svaģimnī ceremonijai. И после свадебной церемонии невеста здесь цветы оставляет, которые стоят 2 месяца без воды, потому что здесь время плюс 8 градусов, и зиму, и лето. И еще здесь зимуют у нас 8 видов летучих мышей. Поэтому зимой мы пещеру закрываем, чтобы сохранять летучие мыши. И так как уже ночь холодная, они уже начинают залетать. Сейчас еще их мало тут, но и зимой уже очень много их здесь. И в этом месте мы уже 8 метров под землей. И теперь каждый может на земле найти свой камушек любви. В песке есть много маленьких камушков, и каждый себе может один найти. Kādus piesaņus var atrast savu mīlestības akmeni? Kāda krāsa viņa? Nu, viņa ir maziņa, viņa soja gar pirkstiņiem meklēt. Tikai maliņķi es uzim viņa ķikamuški. Kad atrodam, varam paprojot vai neplīst, jo vasks no svecēm arī ir diezgan daudz. Figņu našu. А мышка там есть. Мышка, мышка. Угу. Все, все заснял. Все заснял. Еще этот гном тут освоился, слушай. Он уже как дома тут. Можно.
Нет, у нас следующий зал, это у нас зал верхний, это детский зал. И в этом зале у нас очень особенное место, здесь перекресток подводных жил, здесь очень сильная энергетика, и мысль большая сила, здесь исполняются желания. Поэтому сейчас каждый может что-то загадать и выключить фонарики, и сдуть свечки, чуть-чуть останется в темноте. Šeit rāda krustpunkts, šeit ļoti spēcīga enerģija, tāpēc katrs var kaut ko ievēlēties un nopūst svētīt, pišķiņ paliekam tumciņā. Tie bagātīji. Если другой формы, то он богатый. Ну, счастливый будешь. Богатая, но одинокая. Это может быть какашка. Летучие мыши. Сам ты какашка. Там. Не говори здесь. И камушки эти тоже сохраняем, и тогда пойдем дальше. Смотри, вот. Какой тут. Блин, класс. Ну, мышка висит. Да, она классная. Она мягкая. Подожди, я тебе тут висячу. Ага. Прицепилась же. Надежды. И сейчас видите, глина уже очень высоко, мы уже 11 метров под землей, это самое низкое место в этой пещере. И теперь у каждого будет небольшое задание. Каждый должен на земле нарисовать круг. Рукой, ногой, маленький, большой, неважно, как каждый сам хочет. Займем аплей пиземся. Руку, кай, выел мазу, винал, как катрам, паша мата. Это не круг. И те, кто кружок рисует ногой, те ленивые люди. Спасибо. Потому что лень согнуться было. Тех сакань, те там слэнгарки. Те, кто пальчиком, таких у нас мало было, но было те трудолюбивые люди. Касарпирк с ним это ирчак. Нет, просто маникюра нет, поэтому не жалко. И кто-то может ступить свой круг обоими ногами так, что ноги не касаются линии. Вармика, бриви, аплей, лайкас, нескарас, пилиния. Те, кто свободно помещаются, те эгоисты. О, чем больше о. Круг, тем больше эгоист. Те, кто не помещаются, все помещаются. Те, кто не могут, те больше думают про других людей, про себя чуть-чуть. Я забыли. Вообще не влез. Пегас, наверное, как же варяг дома. О, малюсенький какой. Лес. Жрать надо. И теперь каждый может найти еще один камушек. Камушек надежды. И пока будете искать, я расскажу историю пещер. Почему они вообще такие создались. Эти пещеры частная собственность. Они принадлежат одной семье уже в 4 поколениях. И первые 3 поколения выкопали все эти лабиринты. Они это сделали где-то за 100 лет. И в первом поколении было 12 детей, которые тоже должны были работать в пещерах. Каждое утро дети должны были вынести одну ведерку с песком. И тогда этот песок собирали и везли в Ригу, в Вильдюцемс, где продавали стеклофабрики. Это кварцевый песок, он очень хороший для производства стекла. Поэтому и копали пещеры, добывая песок, который потом просто продавали. И копали эти пещеры до Второй мировой войны. Потом больше не копали, потому что это имущество отобрали этой семье. И обратно не получили его только в 92 году. И вообще пещерам уже больше 180 лет и длиной не 2 километра, из которых сейчас осмотреть можем почти полкилометра. И 23 года здесь проходит экскурсии с 92 года. Там 6 аллес и приват ипшумс. Винс вена димная педер яу 4 паудж гарума. Он пирмас 3 паудж из...